Всем огромный привет! Мы сейчас с вами отправляемся посмотреть пляжи Олимпийского. Прямо по курсу у нас Олимпийский. С этой стороны у нас Сочи парк, парк-отель. Там он зажигает по полной кто-то, кто приехал отдыхать. Доехала я сюда на 57-м автобусе с центра буквально минут 5 или 10 предел. Не знаю, почему в прошлый раз в объезд я ездила. Почему так, видимо, перекрыто было или что? Как раз было какое-то мероприятие, было странно. Пойдем. Такая вот. В общем, запомните, 57-й, новый век, Ленина улица, вот оттуда 57-й легко вы доедете, быстро очень. И здесь у нас такие вот развлечения предлагают. Что это у нас? О, вот так рекламируется в Олимпийском. Красную дорожку нам постелили, получается, из Кока-Колы. Правда, из краски, но ничего. Смотрите, там парадно встречают. На море от Олимпийского красная дорожка. Ну а что, хорошая идея. Кола, блин, нигде не пропадет, лишь бы прорекламироваться. Вот этот отель светится красиво-красиво. В принципе, здесь все под... Ох ты ж, гонщик юный, а? Формула-1. Здесь у нас просто... Если вы вечером приедете, потом еще покажу вам или другие видео, посмотрите. Шикарно просто. А, так, чтобы не соврать, с 9 до 11? Или с 10 до 11? Забыла. Ну, в общем, дети, подъезжайте, фонтан Олимпийский. Да, сейчас потихонечку пока отключусь, нарезочку сделаем, что интересно, буду показывать. Черчхелла 50, даже в Олимпийском. Цен нету, спрашивать не хочу. Купальники, как-то опять все по стандарту, что-нибудь хотя бы хоть чуть-чуть другое, какая-нибудь изюминка была. Даже здесь, в Олимпийском. Трешки, матрешки. Сыр приправа. Как на центральном? 50. Нет, подожди, на центральном. Не, на центральном сходите. Там вот сегодня я на 100 рублей прям такую мне пачку приправ положили. Дешевле будет. Сыр. Пока меня не удивило и не поразило ничего в этом месте, кроме пляжа. Отключилась. Ну вот, хоть что-то. Хаски. У нас прохладно. Написано с кондерчиком. Ну, хаски, понятно, они жару не любят. Милашки, ну иди поиграйте. А сколько стоит поиграть? 300 рублей. Он сейчас уже с пол? А. Да. А минут 10 или полчаса? Нет, там сколько спросите. Да? Да, да, они же туда уезжают, там спросите, во сколько приедут. Ну, через 15-20 уезжают скоро. Ну вот, это тоже другое дело. Ты бозис, ты мой, я не могу просто. Это уже молодцы. Столовая. Что, цены будем смотреть? Нет, ладно. Чуть-чуть. Чуть-чуть, 20 секунд. На эти раз. Такие олимпийские. Как не посмотреть. Блюда на мангале. Свиная шея 100 грамм. 30 рублей. Всего. Да, ну. Хватит. Главное мясо. 130 рублей. Спасибо. Спасибо. Очень гостеприимно. Покушать приглашают. А это что у нас? Пиво? Да, пиво вроде бы. Не, не видно. Не буду. Я до этого просто заходила на пляже Олимпийского с другой стороны, с Нижнемеретинска, там совхоз Россия, оттуда. А здесь не дошла.
прошлый раз. Поэтому иду и удивляюсь, мне очень интересно. Все-таки олимпийский. Звучит-то как. Хочется предвкушать прямо чего-то такого. Ну вот пока только удивила Кока-Кола со своей красной дорожкой. И хаски молодцы. Хоть что-то интересненькое, новенькое. А так пока все по стандарту. Ну, олимпийский вечером, конечно, стоит посетить, полюбоваться. Ну и Сочи парк не была, говорить ничего не буду. Потому что там, как бы, я особо такие развлечения не предпочитаю, а детей со мной нет. Все, сегодня, на сегодня цен хватит. До моря идти сколько? Получается 5 минут от Олимпийского. Пляжи здесь похожи на абхазские. Сейчас покажу. Поэтому многие сюда приезжают, потому что от Адлера они отличаются чуть-чуть. Своей структурой сам вот пляж. По структуре. Ну, это я для тех рассказываю, кто куклы, сувениры какие-то более-менее интересные. Дизайнерская выставка, вход свободный. Ну, это уже что-то поинтереснее. Рассказываю для тех, кто вот думает, ехать, не ехать, стоит, не стоит. Именно пляжи всегда же интересно, какие они. Вот я стараюсь именно детально показать всегда пляжи. То есть не так, раз, там, чуть-чуть показал, как ты лежишь и все, а именно вот прям пляж-пляж. Вот сегодня я сделала по Адлеру. 15 минут пляж от Мзымты практически. Вчера Мзымту показывала, а сегодня от Мзымты, ну там практически от нее до Огонька, кто знает. Это почти весь пляж Адлера. Можете посмотреть, можете спросить. Разные видео есть, в общем, смотрите. Сочи есть, там я показываю как бы более сборное видео. В одном видео вы можете все посмотреть, и столовую, и цены на экскурсии, и что интересного мне попалось, и как я добиралась, и жилье мое, и в общем все. И сборное, то есть видео, не детальное, вот как сейчас. Так, себя немножко прорекламировала. Я люблю Сочи. Я тоже люблю, прям влюбилась. Ну все, мы на набережной. Сейчас еще протестируем здесь Wi-Fi. А да, видишь, прямой эфир будем легко проводить. На нашем море. Даже порядки. Порядка. 29, 14 часов, 26 градусов вода. Волнение моря. Единичка. В Адлере купаться запрещено было. А здесь... Разве при единичке запрещено? Ух ты, здесь тоже муть-то какую нанесло. Смотрите, людей немного, потому что вчера было как бы гроза, дождь. Еще сегодня с утра было море. Например, по Мзымте прошел вообще селевой поток. Очень много выбросило грязи, веток, мусора. И, видимо, оно сюда пришло. Видите, цвет моря какой. Походу купаться запрещено, видишь, стоят. Запрещено, да? Да, конечно, видишь, какая волна бьет. А в Адлере висит желтый флаг, черный шар, и все равно люди от души там плещутся, но здесь море, видите, другое. Конечно, и там опасно, но это уж вы сами решайте. Поэтому людей немного, а так вообще пляжи прям цветком здесь. Все покажу вам. Ну или смотрите предыдущее видео. Но волна бьет красиво. Стоит хотя бы вот так присесть и полюбоваться. Опа! Класс! Вау! Я не могу, вот понимаешь? Меня настолько эмоции переполняют, поэтому мне вау, потому что, ну, вот
каждый пляж, куда бы я ни приехала, море, я не устану говорить красиво по-своему. Вот каждое по-своему, каждый пляж. Есть свои плюсы, есть свои красоты. Поэтому, чтобы вы не выбрали, все будет хорошо. Все зависит от целей, от предпочтений, от бюджета. Ож, как, видишь, какой ветер задувает. Не могу, хотела панорамку дать. Ну уж за камеру прощевайте. Что е, то е. Кого не устраивает, донат кину. В описании можете присылать денежку. Удобные комментарии. Ну так мы стараемся. Все, видишь. В общем, смотрите, по структуре пляжа, забыла, заговорилась. Вот здесь, допустим, видишь, песок. Но чтобы понять до конца, надо там искупаться. А я здесь не купалась. Мелкий песочек, но преимущественно все-таки вот дальше. Там будет вот такая вот прям мощная галька, крупная, мощная, с нее прям выходить даже тяжело. О, блин, смотри. О-хо, за это мне вон сумку намочили. Прямо за меня волна дышит. Зато оно шепчет по-другому, когда заходит вот на галечку. Сейчас я туда пойду, потому что обожаю шум прибоя на крупной гальке слушать. И там, во-первых, такой берег, весь крупная-крупная галька, море шепчет. Но входить-выходить тяжелее, более такое, раз, сразу обрывисто. Ну, в крайнем случае прогуляетесь, не ленитесь вот отсюда, туда. Пляжи широкие довольно-таки. Можно по набережной. Цены на набережной тоже абсолютно разные, как и уровень разный. Будьте внимательны, в Олимпийском есть вот там дальше далеко не уровень, не айс такой уровень. Я попала один раз. Прямо там. Все осторожны. Ну все, всем пока. Всем хорошего отдыха. Где бы вы не были, заряжайтесь энергией, здоровьем. На будущий, точнее на этот год, на зимний период, чтобы потом снова зарабатывать на новый отпуск.